Открылась ежегодная августовская педагогическая конференция выступлением воспитанников образцового ансамбля «Радость» Дома детско-юношеского творчества. С приветственным словом от имени городских властей выступила секретарь городского совета Ольга Боровская. Педагогу со стажем Ольге Родионовне знакомы проблемы, с которыми сталкиваются в работе ильичевские учителя. Однако благодаря поддержке города многие из них решаются. Как рассказала Ольга Родионовна, следующим масштабным проектом после Александровской школы будет восстановление детского сада номер 14. Кроме того, полным ходом идут проектные работы по реконструкции украинской гимназии. Работа городских властей видна не только в сфере образования. Вы наверняка не можете не замечать, что учитель, живя не только школой и зданием, сегодня в городе видит заботу и внутри дворов. Эта рука власти, которую обычно ругают, она касается очень многих параметров. Мы пытаемся помогать вам, когда вам бывает тяжело. И городской бюджет выделяет огромные деньги сегодня на материальную помощь, когда приходится действительно туго. И поэтому нам очень хочется, чтобы у вас, как у учителей, сложилось ощущение того, что вы работаете защищенными, чтобы все свои силы, весь свой опыт, свою душу вы вкладывали в любимое дело. Вдохновение вам, творчество. И помните всегда, что никакие методички, никакие пособия никогда не заменят того главного, что у вас есть, стержня человеческого. Потому что ребенок лепит жизнь с тех, с кем общается. И на этом пути вам добра, здоровья, счастья и созидания. С новым учебным годом! Накануне городских педконференций в Киеве прошла расширенная коллегия Министерства образования с участием премьер-министра Украины Николая Азарова. В заседании принимал участие и начальник Ильичевского городского отдела образования Валерий Кушнир. Он рассказал о приоритетных направлениях работы в сфере образования, обозначенных премьер-министром. Первое, с чего начал, соответственно, премьер-министр, это обеспечение, финансовое обеспечение образования. Были подчеркнуты цифры, которые увеличены с прошлым годом. Даже несмотря на кризисную ситуацию, увеличено финансирование образования. Но было подчеркнуто, что можно говорить, критиковать, махнуть рукой, сказать, а, это ничего не делается, там ничего не происходит, здесь ничего не получается. Махнуть рукой легче. Нужно что-то делать. И правительство в этом отношении делает все необходимое, возможное. При том, что 90 миллиардов гривен в этом году необходимо было заплатить долго по кредитам. Он обратил внимание на две вещи. Первое, на материально-техническую базу. И второе, на состав и кадровое обеспечение учреждения образования. Потому что первое дает основу, а второе эту основу использует. И было подчеркнуто, что будет сделано все для того, чтобы вот то повышение заработной платы среднего учительства на 180 гривен, которое произошло в этом году, было в таком же объеме удвоено к концу года. Обратил внимание на материально-техническую базу. Я понимаю, что, соответственно, премьер-министр немножко в отрыве от реальности нашего мира. В том числе от того, что происходит. Вот он говорит, я пришел в школу, киевскую школу, и удивился. Стоят старые компьютеры 5 лет тому давности. А в некоторых сельских школах и таких нет. Он говорит, я удивился, что там материально-техническая база кабинета физики не соответствует вообще никаким стандартам. Так дело в том, что кабинеты физики не соответствуют стандартам практически в большинстве школ, не даже кабинеты физики, химии, географии и так далее. Но мы будем делать программу по оснащению всем необходимым учебным заведением. В новом учебном году учительские ряды пополнили 14 молодых специалистов. Каждый из них из городского бюджета получит тройной оклад в качестве подъемных. Ще недавно я була випускницею Олександрівської школи. Сьогодні вже починаю свою педагогічну кар'єру. Я своє учнівське життя починала в старих стінах школи. Моїм дітям вже пощастило прийти у нову гарну школу. Вже з новими стінами, з новими великими планами на майбутнє. Але з такими ж теплими традиціями, такими ж мудрими вчителями, які поведуть їх у світ знань.
Педагогический коллектив города проводил на заслуженный отдых ветеранов образования. Цветы, памятные подарки и несмолкаемые аплодисменты в знак благодарности за работу принимали преподаватели общеобразовательной школы номер 2 Людмила Савчук, Ольга Мерц, Земфира Исаенко и педагог 4-й школы Лариса Курбацкая. Около 50 учителей были награждены грамотами исполкома Ильичевского горсовета, Управления образования Одесской облгосс администрации, Ильичевского отдела образования за успешную работу. После пленарного заседания началась работа в секциях. По каждому направлению на каждый год вырабатываются министерством какие-то рекомендации щодо выкладания предмета в этом учебном году, какие-то появляются особенности. В этом году особенность заканчивается цикл, вот 11 класс будет выпускаться, те, которые шли по новой программе 12-летней, мы их перевели по ходу на 11 лет, они в этом году выпускаются. Подготовка к началу учебного года завершена. 1 сентября ученики вновь сядут за школьные парты, чтобы под чутким руководством преподавателей постигать новое и неизведанное.